Приветствую всех фанатов фидерной ловли. С вами ваш Алексей Фадеев. Сегодня я хочу показать вам оснастку, которая стала прародительницей всех фидерных монтажей, которые существуют в современном фидере. Оснастка называется паттерностер. Свяжу два вида паттерностеров и покажу, для каких условий ловли лично я применяю их в своей фидерной практике. Для начала расскажу о классической оснастке паттерностер. Выглядит она вот таким образом. Основа – это та леска, которая намотана на шпуле вашей катушки. И к основе привязывается жестким образом отвод. Золотое правило заключается в том, что разрывная нагрузка шнура или лески, которая является в основе, должна быть больше, чем отвода. Я уже рассказывал в программе о ловле методом леджеринг. Это связано с тем, что если вы ловите на замусоренном, каменистом дне, если у вас кормушка или грузик застревают, при условии, что вы уваживаете рыбу, отрывается там, где тоньше, и поэтому должен отрываться отвод. Если диаметр отвода будет равен или больше диаметру основы, будет рваться выше, то есть будет рваться основная леска, то есть потери будут и оснастки, и рыбы. Маленькая рыбка. Ну, клевала как большая. Оба-ба-ба-ба-ба. Иди сюда, хорошенькая. Наверняка густера. Густера такая боевая. Ой-ой-ой, точно. Густеру ни с кем не перепутаешь. Рыба с красными плавниками, немножко черного оперения. Класс. Бывают такие красавицы, достигают весом в 1 килограмм, и на вываживании они ведут себя как настоящие речные монстры. Беги, родная, домой. Классика уникальна еще тем, что она способна показывать самые изящные поклевки рыбы. И, в принципе, данную оснастку считают тоже мега чувствительной к поклевкам, потому что после падения кормушки леска основная никак с ней не соприкасается, мы буквально первые соприкосновения рыбы с насадки видим. Это классический паттерностер. С ним можно ловить на водоемах любого типа. Вообще он придуман был для реки, но также классно ловит и на прудах, и на озерной рыбалке. Советую его всем использовать. Thank you.
Вторая оснастка – это так называемый нетрадиционный патерностер. Его я посмотрел у голландских рыболовов. Покажу, как они его монтируют. Они его тоже используют для ловли леща на реках. После того, как вы провели основную леску сквозь все колечки фидера, отмеряете от конца расстояние в 60 сантиметров, складываете леску пополам, и потом в конце этих 60 сантиметров вяжете двойную восьмерку. Кстати, я не сказал, когда показывал классический патерностер, каким образом я привязываю отвод. Отвод я привязываю, кстати, тоже двойной восьмеркой. Этот узел не разрушается, не деформируется, не стягивается, не пережигает леску, долговечный. И с ним, в принципе, я работаю постоянно. Отрезаем остаточек лески, получается такая большая петелька. Далее от этого узла отмеряем расстояние сантиметров, ну, например, 30, и отрезаем. То есть у нас получилось как бы два отвода. Один длинный, другой короткий. В конце короткого вяжем петельку. Здесь будет у нас фиксироваться вертлюжок, куда будет потом вставляться кормушка. И ставим вертлюжок. Таким простым дедовским способом накидывая. Вот. А здесь у нас на длинном отводе в конце него вяжется маленькая петелька под точку крепления методом петля в петлю с поводком. То есть получилось вот так. Данный монтаж является чрезвычайно чувствительным к поклевке. Его можно сравнивать с петлей Гарднера, с вертолетом два узла. И, естественно, с классическим патерностером. Им ловят в Голландии, он просто является одним из каких-то таких национальных оснасток. Но на самом деле, из-за того, что достаточно много времени на него уходит в вязке, люди лучше предпочитают, вот, например, у нас в России, обычную петлю Гарднера, английскую, о которой я вам тоже рассказывал в одной из прошлых программ. Вот оснастка, которая классно отрабатывает по чувствительности по любой рыбе. С оснасткой классический патерностер очень классно ловить активную рыбу. Я имею в виду ту, которая кормится не только со дна, но и в толще. Вот, например, рыбой номер один для ловли на патерностер на реках является густерка, которая реально любит активную насадку, которая долгое время парит и дрейфует в потоке. За счет того, что у оснастки достаточно длинный отвод, как вы заметили, а он может быть и метр длиной, плюс длина поводка, за счет отвода поводок медленнее погружается на дно, давая возможности рыбе атаковать в лед. Данная оснастка очень чувствительна к поклевкам, очень эффективна, опять же повторяюсь, для ловли такой активной рыбы. Ее я рекомендую для ловли густеры, для ловли плотвы, ну и для ловли головля на каменистом дне, тогда, когда неизбежно будут обрывы кормушек или грузиков